Что бы в этой жизни вы ни делали, вы подыхаете, вы все подыхаете. Подохните, ты трупы, все вы трупы. Холушки Амигос, продолжаем. Dark Souls 2. Остановился я в Тселдоре. Когда увидел, что здесь появились теперь эти сокольники, или как его там. Здесь какой-то фермер удобряет, видимо, свою грядку этими трупами. Не знаю, что он здесь копает. Ямы нет, ничего нет. Стоит без конца, за лопатой машет. И тут сплошь гордые рыцари прям лежат, и безымянные солдаты. Один рыцарь и три солдата. Чего они тут делали? Интересно, а почему мобы не забирают души из них сами? Рассекающая стрела. Да, такой лут просто, я не знаю, кому за него свечку ставить. Ёптать, а здоровье-то тает. Я в этой броне все равно, что в одних трусах бегаю. А, и на эти вышки они теперь догадались понаставить своих обоссанных лучников. Моя очередь. Блять, свинадза-то живучая какая. Блять, отличный удар мимо. Нахрен, надо поменять позицию. Ёб твою мать. Чудо, что я сейчас не подох. Пошел в жопу. А вообще в этой локации есть один интересный момент, где вылезает какой-то босс. Огромный какой-то жук. Я его видел один только раз. По-моему, на новой игре плюс. Не знаю, будет ли он сейчас. Я наложил кирпичей, отошел, а когда вернулся, второй раз он уже не вылез. Интересно, что это было. Заебали, блядь. Заебали вот нахуй просто. Тык-тык, блядь. Тык-тык, нахуй. Пиздец. Эта игра начинает навязывать мне лук. Просто, чтобы я, блядь, вступал в перестрелку с этими уродами, потому что... Пока ты будешь убивать одного, другие тебе уже полную жопу стрел натыкают. Осколок титанита. Опять какой-то цветок выпал. Чего это? Нехеровая засада. Одобряю. Сука, будешь казнен сейчас. Да, неплохое жопоразрывание. Вообще-то настоящее побоище, по-моему, какой-то развернулось. Столько эстусов ушло. Во-вторых, я помню, хорошо помню, что, кстати, костер здесь был спрятан в палатку. То есть здесь палатка на костре стояла, и можно было его просто не заметить, рядом пройти. Только если приглядеться, вот когда эти полы, или как это назвать, короче, ветром, когда стенку шатает, в щель было видно, что там костер. Не знаю, зачем они его перенесли, для чего. Вот, совершенно дебильное место с этим камнем. Так, от кого они тут, интересно, оборону-то строили? На выходе из этого храма от гримов отбиваться хотели, что ли? Зачем? Гримы-то сюда вроде как, я смотрю, не рвутся. Так, ну а как это? Это же сломать надо, чтобы пройти. Да-да-да. Так. Перелет. Сейчас. А может, сюда просто кувырком надо? Блять. Я иногда просто не понимаю дальности полетов в этой игре. Когда сила притяжения начинает действовать сильнее, когда слабее. Вот, казалось бы, ну кувырок и должен быть и нормально, а нет. И половину жизни за урну со святой водой. Мне кажется, туда надо было что-то посерьезнее. А, тут же. Что-то посерьезнее положить. Здесь что-то серьезное и так лежит. Но пятна крови намекают. Блять! Пидорасина, ёб твою мать, охуеть!
Прыгай нахуй в яму. Ой, блядь, он еще ядовитый. Это первый мимик с железным... Да ну нахуй! Пошел нахуй! Это первый мимик, который железный сундук, а не деревянный, который я вообще вижу. Всегда же были деревянные, ёб твою мать. Пошел в жопу. Сука еще гонится за мной, смотри, блядь, по пещеркам полез, блядь. Посох мудрости. Блядь, как я не сдох сейчас, ёб твою медь. Ну-ка посмотрим на неудачников. Эй, блядь, Чё это он делает, молится, что ли, ему? Кучно легли. Главное смотреть, что теперь, походу, одно пятно активируешь, и тебе показывают все пятна, которые рядом были. Так, темные поножи, это что такое? Это то, что много-много весит. И выглядит как полная... Выглядит как настоящий анекдот какой-то. Нормально, мне нравится, буду в них ходить. Не часто я, честно говоря, вижу, чтобы в этой игре... Блять, а выход-то где? Чтобы в этой игре из сундука падал только один предмет из сета, а не сразу все. По-моему, это странно. Ну да ладно. Интересно, где остальные вещи найти? Смотрите, я немножко похож на басового робокопа. При этом броня по весу, походу, средненькая, да? Ну-ка, если со штанами, допустим, дранглика сравнить. Да, средняя. На 2-3 единички полегче уже считается средняя. Обалдеть. Я так понимаю, что он вниз упал и сдох сейчас. Нет, добежал. Он идет, сука, как я на работу, блядь, такой же походкой, так же нехотя. Осел, бля. Шпеньк, мимо. Хедшот. Время умирать. Их как-то можно всю толпу сразу раздавить, по-моему. Что-то у меня ни хрена не получалось. Это никогда. Одного, пожалуйста. Ну, двух. Этот, походу, вообще забыл, куда шел. Пойду, блядь, тут. Уткнусь, блин, в стену постою, да? Душа отважного воина. Да. Душа кого-нибудь, это, походу, самая популярная хренотень, которая в этой игре вообще может лежать. Да, пятен крови от людей, которым не судьба была посмотреть наверх. Смотрите, они как будто армия, они как будто вместе сюда пришли целым взводом, и все тут передохли. Блять. Еще не хватало, чтобы меня крестьяне ссаные убили. Поберегу-ка я свою флягу, потому что не дойду, походу, я. Вот здесь написано, осторожно, босс, кстати, уязвимость голова, вот. Босс, у меня две аптечки. И вылезает он, по-моему, только один раз. Еще здесь какой-то пиздюк стоит, вообще нахрен не нужен. Хрена он с такой косой тут? Эти крестьяне, по-моему, должны умирать с одного удара, как обычные бомжи. Видение женщины, так уже может помочь язык. Где босс-то? Я не вижу никого. Че, я обломался на битву, блядь, с боссом?
Херота какая-то. Какой жук впереди? Вот здесь жук должен быть. И что, их всех крестьяне победили? Да. Напишите в комментах, какие условия для того, чтобы этот босс, блядь, ссаный вылез, твою мать. Ублюдище вонючее. Хоть раз-то я его должен забороть. Опа. Спайдермен висит. Чё ты думал, сука, такой незаметный, блядь? Еще один. Высоко висят, достать можно только с арбалета, блять. Жалко, что у меня арбалет говно и не ваншотит. Да я знаю, что здесь засада, вообще не удивил. О, сколько крови налито. Два чувака слились. Зря. Носите с собой всегда лук, арбалет или что-нибудь типа того. О, нихуя тут фарм какой вообще просто божественный. Свай, двуручник, здесь вот эти все мечи, они просто хороши. Я тут в прошлый раз играл со своей зубочисткой огненной или что-то типа того. Не очень-то мне понравился здесь. Сдох. Все, начинаем тесты на мимика, блин. Что манал я. Ох, блядь. Это что за хуйня еще? А еще не взорвалось. Тяжелый болт. О. Чей-то член. Так. Здесь, по-моему, сейчас где-то должен быть говнобосс. Потеряно соединение чего? С какого-то хрена соединение со Стимом потерялось. Призрачная стена. Я не знал, что он здесь есть, кстати. Никогда тут не был. Ах, вот этот лут, который в окно видно, где находится. На, ёпта. А, нет, это я брал. Жрица Шмидца. Прикольный костюмчик, кстати, по-моему. От молнии. Я прям типичная ватиканская монашка в нем. О, кстати, бронит не намного меньше дает, чем костюм плута. Я шикарен. Теперь я просто шикарен. Зачем-то здесь стояла фигня с водой, которая дает резист к огню какой-то небольшой. Видимо, здесь сейчас будут бить огнем. Сзади, сука, паук выскочил, блядь. Ёб твою мать! Да не того ты в цель захватываешь, блядь, мудак! Бабок бей! Пошла нахуй! Блядь, она их резнула! Блять, она вообще нахуй бессмертная какая-то. Щит, блять, на место. Ну, бабка. Фаталити. А, босс так себе, конечно, но попотеть заставил. Это электричество, оно, походу, только усилило по мне дамаг молнии. В смысле, вот эта вода. Зачем она здесь нужна? Чтобы тебя дуплили сильнее, потому что здесь, оказывается, бьют током. Не знаю, насколько верна эта моя гипотеза. Ха. О, сидит, блядь.
Заточконосец, блин. Так. А здесь у нас что? Чего-то. Треснувшее красное око. Угу. Очередная возможность бессмысленного насилия со вторжением в иные миры. Да, видон у меня, конечно. Я даже не знаю, даже слова такого не подобрать. Как выглядит этот персонаж, блин. Вроде и привидение в гондоне, но голова такая внушительная. Да ёб твою мать. Ай, сука, еще не достать. Блять, понасажали их нахер повсюду. Сколько можно-то? Отковыривать их от стен, блин, потом лупить. Ёб твою мать, сколько их здесь, а? Кортик. Пошла отсюда. Сука, ее самонаводки, это, конечно, блин, беда вообще. Хотя в храме Аманы намного хуже. А, да, сука. Обломок титанита, кость дракона. Блин, еще надо обломок один где-то наковырять. Мне уже два надо, чтобы мечагу точнуть. В этой бухте дерутся Крейтон с Пейтом. При определенных выполненных условиях, которые я не выполнил. И, естественно, выполнять их не пойду искать. Это там надо было вот в этом земляном пике что-то пройти, куда просит Пейт, что-то там сделать. Он тебе даст свой ненужный вообще тебе сет, потому что говно, а не броня. И вот тогда они здесь за какой-то двери будут драться. Но нахрен мне это не надо. Они там, одному из них помогаешь, второй тебе даст наручи. А, ключ от дома. Ну, понятно. Наручи для ПВП, там брони у них ни хрена нету, но какие-то криты они там могут выдавать, чисто теоретически. Блять, сука. Говно. Это что тут за процедура спаривания? А, это о какая. А, она еще не сдохла там. Ну и ладно. Обломок. Вот он, обломок. Да. Так, теперь надо перезайти в игру. Говорят, помогает. Сейчас посмотрим. Потому что эти жучки, они, сука, самые неуловимые черти в этой игре. Ну вот, и где он? Не про канал, а не заспаунился жук. Может, надо было совсем из игры выйти. Это уж как-то совсем впадло. Этот жук явно того не стоит. Так, этот паук был раненый, кстати, когда я перезаходил. Да, даже жизни остались на том количестве. Еще один сидит. Ты смотри, а. Вообще, между лапок стрела попала, но все равно дамаг проканал почему-то. Шлеп. Да, ептель. Давай в лапку ей. А то вдруг она меня в камень превратит. По-моему, в первой части это проклятие вообще хер знает, как снималось. Куда? Куда, блядь? Ёбаный кривоногий хуйлан. Да как он, блядь, он не успевает меня ударить. Почему дамаг-то засчитывают? Чушь, блядь, ёбаная. Анимации удара у паука нету, зато дамаг есть. Он просто на лапках качается вперед и тебе засчитывает удар. На редкость несправедливое дерьмо. К чему сейчас эта надпись была, тоже непонятно. О! Большой осколок титанита. Кто-то ухитрился запрыгнуть и пометить.
отметить свое достижение надписью на земле. Кстати, вот этих вот рабочих, которые там кирками машут, раньше там не было. Да, это точно. Они получают урон от того, что они там стоят. А, вот теперь они, когда задвигались, они начали получать урон. До этого типа что было? Еще, по-моему, там фантом должен быть красный. Да пошли они в жопу. Тут еще есть чего посмотреть. Вот в этот дом. Где-то вот в этом, что ли, доме они должны были драться. Обломок. Вау. Надо было давно уже сюда прийти. За обломками-то. Ну, Орнифекс остался уже где-то сзади. Опять паучиха туда залезла на свое козырное место. Пусть дальше там сидит, сколько влезет. Такие звуки вообще. Эй, помер. А как же собрать вот этот лут, который там лежит? Понтово я его из арбалета добил. Может, если здесь шагами ходить, то можно, нет? Ай, ай. Перекат. Да, блядь, а здесь дамаг-то смешной. Шляпа крестьянина. Шикарно. Осколок титанита. Обломок титанита. Три обломка титанита, ёб твою мать. Да я сам эти стены готов лупить, чтобы из них столько титанита падало. Здесь, кстати, был где-то костер сзади меня, который я не нашел, и искать тоже не пойду. Я буду надеяться на то, что я победю паучиху с первого раза. Охуеть вас тут, ёб твою мать. Так. Походу, сейчас придется бомбардировать немножко это все. Сборище, блядь. А, их по одному можно. Нет, так неинтересно. Давайте все. Он тоже замер, прихуев от такого зрелища. Бля, просто казнь. Чё тут? Кортик. Это с пауков кортики падают, что ли? Кортик. Бля, чё хоть за кортик-то? Я уже просто король кортиков. А, нет, это нож вора, подождите. Мы еще в Ангарне. Черный катан. А, вот он. 75. Говно. У меня склад просто оружия уже какого-то. Причем всего по два черных катан. Еще кого-то говна. Еще кого-то говна. Да, тут ключик нужен. Там меч этого черного рыцаря лежит. Двуручный. Раньше, по крайней мере, лежал. Или большой меч. Золотая смола. Да, что-то не хотят они нападать. Ух ты, блядь. Ты еще что за хуй? В шляпе, блядь. Щит свинячьей головы у него, кирка. Блядь. Косточка возвращения. Обалдеть. Да, так, а у меня есть плохие камни? О, целый один. Офигенно. Никакой экономии припасов. Надо хоть накупить их, что ли, побольше. Хиляться ими в дороге. И здесь засада, и там засада. О, человеческая фигурка с них падает, нифига себе. И ни хрена тут не видно, ёптель.
Какое ошеломление. О, ну внизу крестьянин с факелом стоит. Похожий на костер издалека. По паутине он ходит медленно, бегает тоже. Офигенно беспалевно он тут висит. Факел. Так а чё мне его зажигать-то, факел ваш? У меня, конечно, есть огненная бабочка. Ключками. Может, они здесь костер нарисовали? Было бы, честно говоря, неплохо, потому что босс на самом деле волшебный, блин. И совсем непростой, насколько я помню. Блять, со всех сторон обложили, я так смотрю. Сзади какие-то лапки тянутся, тут что-то кто-то идет. Всех крестьян что-нибудь кроме факела вообще падает, не? Я уже просто, блядь, властелин факелов нахрен. Одни факелы, блядь. Факел, факел, факел. На сколько у меня уже часов этого факела? Блядь, 2 часа могу наслаждаться. Я просто могу заспонсировать факельное шествие Куклукс-клана, блядь. Ой, блядь. Фимиам простака. Клад впереди. Да, потрясающий клад. Дяде Федору с Матроскиным такой не снился, ё-мо. И опять дамаг прошел. Ёптель налево, а. Союзник впереди. Друг... А, здесь призывается. Какой-то хрен за колонной, да, он был спрятан здесь. Ну, пошел он в жопу, я думаю. Хотя здесь вот, да, один отвлекает, второй в это время атакует вторую голову. Это хорошая тактика. Заебись. Как вы задолбали, сколько здесь пауков, боже. 48 тысяч душ. Порошок для починки. А, думаю, надо кому-нибудь зайти помочь. Не знаю, выдержит ли мой меч драку с боссом. Да должен, впадло мне сейчас. Кому-то что-то помогать, кому-то что-то делать, обойдусь. И это, очевидно, великая душа. Попульсирование, вот, наверное, одна из самых сложных великих душ. В плане добычи, потому что здесь бегают паучки и сама паучиха. А, да, и здесь еще висит окаменевший дракон. Что вообще круто. То есть эта паучиха, получается, дракона поборола, что ли? Или он просто сюда рюхнулся? Ногой Сид сюда упал и отрыгнул душу, и из души появилась вот эта тварь. Блять, нихуй. Охуенно, блять, вообще. Пиздец, даже бой начаться, блядь, не успел. Ёб твою мать, блядь. Самое, сука, отстойное в этом боссе, что, блядь, к нему идти просто, блядь, капец как далеко. А пауков ломаются пушки и... И я, сука, не представляю, как его убивать. А, и что еще, что еще? Так. Да-да-да, я, я просрал души 43 тысячи, которые там выпали, потому что, блядь, это магия, сука. Ладно. Собрались, собрались. Сейчас, сейчас, надо порвать, надо порвать. Куда ты, блядь, бросил нахуй этот, блядь, эти бомбы, сука, у меня их и так не так много. Блядь, да, метание гранат, ёпта, 5 с плюсом просто. Ее, одного убил. Что там, блядь, за лазер? А, паук-то лазерный, да, он. Блять. Не-не-не-не, коксу!
Блять, досадно. Пошел нахуй. Заебал этот паучок, блять. В смысле, маленький. Большой-то хуй с ним. Я тоже заебал. Да ёб твою мать, а! Блять, наконец-то. Сука, они, блядь, закончились. Ща, я уже тут. Блять. Попытка была хороша. Головы-то у него две, а вот мозг один. Как у мужика. Хуеньки тебе. Тварь, ёб твою мать. Ща, я тебя чпокну, блядь. Опа, нахуй, а? Как тебе? Меч, кстати, наточил на плюс 10 уже свою эту оглоблю. Теперь она просто королевская стала. Дрын, что надо. Главное, сука, вот лапки бы ему поотрубать, а. Блять, они мешают бить, сука. О! Это он сам под удар, кстати, повернулся сейчас. Или она? Что это вообще? Фея. Возлюбленная герцога. Вот это, блядь, арахнофил тут какой-то. Как он ее, блядь, дырку-то нашел. Ай-яй-яй, как по моське хорошо-то проканало. Ай-яй-яй, хорошо-то как. Эй-эй-эй, погоди. Блять, она опять пауками насрала. Хватит это делать, сука. Да, этот меч, конечно, просто решает большинство ваших проблем в этой игре. Потому что этот меч, это просто... Нет, это не великая душа. Но босс появлялся в торжественной обстановке. А в этот раз, я смотрю, здесь сразу лежит вот эта херня. В прошлый раз, потому что надо было отсюда уйти, потом вернуться, и только тогда вот она появлялась. А, нет, я пизжу. Здесь сталактит будет, в который можно пройти. Получена великая душа. Великая душа кого? А, не важно кого, потому что великие души не обмениваются на оружие, на всякие. В общем, до сюда дойти мне помогало два... А почему у меня щита нет? Я без щита дрался? Ебать, я маньяк. Надо было так хоть в две руки этот дрын взять. Да, а если бы сучка эта драная, блядь, меня прям на входе не оприходовала вместе со своими ссаными, блядь, выблядочными, с, блядь, паучками, я бы с первого раза убил. А так, 43 тысячи душ просрал. Это что, опять? Пошел нахер. Ублюдос мелкий. Так, где-то еще тут самый герцог с саной. Ну, я не знаю, может ли этот хрен сопротивляться. По-моему, так нет. Ключ Брайнстоун, кварцевое кольцо тьмы, ароматная ветвь былого. Что за кварцевое кольцо тьмы? Защита от тьмы. Плюс один. На первой сложности кольц плюс один бывает. Офигеть. Да-да. Ну иди попрыгай. Так. Никто тут, блядь, на меня не навалится. Тут же тело Венгарла бегало, а теперь здесь никого нету. А комната огромная осталась. На какой хрен? Наверняка тут... Призрачная стена! Ну, конечно, блядь. Еще одна. Призрачная стена! Нет, бесцельность. Вот призрачная стена. Да тихо, что это было? Вот. Призрачная стена. Слава укрытия. Нет. Призрачная... Лошадь, ну дура. Что они пишут, блядь? Наборы слов. Сильный враг впереди. Какой сильный враг? А-а-а! Блядь! Ёб твою мать! Это нахуй чё такое? Я немножко обосрался сейчас. А, это же Алдия. Ну ты и петух. Юный полый.
Эти туманные фразы какие-то вообще непонятные. Да. Что не говоря, а сюжет сильной стороной этой игры не является. Это, блядь, не Алди, это, сука, старец Фура. Мне кажется, старец Фура всегда вот так разговаривает с загадками своими. Да-да, ищи Венрика. Я и Венрика найду, и тебе. Вот этот дрын, блин, в дупло вгоню по самую рукоятку. Блять, нихуя он резко появился. А у меня еще 50 тысяч душ в кармане. Ништяк, я очканул. Ключ от Брайнстоун Силдора, это, ну, я уже говорил, это дверь боковая, где меч темного рыцаря или черного рыцаря лежит. Я, собственно, брать его не пойду, потому что мне он нахрен не нужен. Я что-то, кстати, в этот раз встретил Гавлана всего только один раз. Странно. Ой, моя стриптизерша, он стоит. У меня есть что ему продать, просто сраную кучу вещей. Кстати, вот эти темные поножи, это то, что с берсеркера падает. С бешеного. Ладно. А на этом, собственно, серия, я так понимаю, заканчивается. Теперь я могу пойти в замок Дранглик. Могу и пойду. Что это такое? Почему у него одно оружие в руках, а второе сзади левитирует? Странный персонаж. Все, в общем, что-нибудь нажмите, что-нибудь напишите. Адью.